37-летняя Кейт Миддлтон. Кейт Миддлтон, впервые после разрыва со своей лучшей подругой 35-летней Роуз Ханбери, Роуз Хабари, столкнулась с ней на одном мероприятии. Неприятная для маркизы встреча произошла в церкви. 37-летний принц Уильям, принц Вильям, и его жена впервые в этом году вышли в свет. Вчера, 5 января, супруги побывали на воскресной службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Кейт и Уильям, которые проживают в находящемся вблизи от Сандрингема собственном поместье Анмер-Холл, пришли в церковь пешком. На службу приехала в автомобиле королева Елизавета II. Среди высокопоставленных персон оказалась и Роуз Ханбери. Ее сопровождал супруг, 57-летний Дэвид Роксаведж, маркиз Холмандлейский. Поклонники королевской семьи заметили, что Миддлтон вела себя уверенно, она шла под руку с мужем и приветливо улыбалась, сообщает Сан. А вот Ханбери явно оказалась не в своей тарелке. Она часто оглядывалась и выглядела настороженной. Роуз была близкой подругой Кейт. Обе девушки знатного происхождения, примерно одного возраста, у обеих трое маленьких детей. Маркиза Холмандлейская воспитывает близнецов Александра и Оливера, а также дочь Риз. Роуз вместе с мужем присутствовала на свадьбе герцогов кембриджских. Подруги вместе были патронами одного детского благотворительного фонда. Кейт и Роуз рассорились во время беременности герцогини третьим ребенком. Как сообщили британские таблоиды, Уильям якобы часто навещал маркизу. Более того, Ханбери даже флиртовала с ним на одном светском мероприятии. После этого Миддлтон потребовала мужа прекратить эти отношения. Она также вычеркнула Роуз и ее супруга из их круга общения. Старший сын принцессы Дианы в присутствии маркизы вел себя у церкви спокойно. Уильям не отходил от Кейт и не задерживал взгляд на Роуз. Королевские фанаты пришли к выводу, что слухи о его неверности не соответствуют действительности. Ни один здравомыслящий человек теперь не поверит этому. Все увидели, что между герцогами кембриджскими любовь, как бы ни была скрытна королевская семья, я думаю, Роуз сказала что-то, чего ей не следовало. Отсюда и возникла эта информация, эти мерзкие слухи были организованы противниками Кейт и Уильяма. Но теперь стало понятно, что он верный муж, пишут британцы в Твиттер. Вечером в воскресенье Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети вернулись в Лондон. Сегодня 6-летний принц Джордж и 4-летняя принцесса Шарлотта впервые после каникул пошли на учебу в элитную частную школу Томас Баттерса.